спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В пятницу в Самарском регионе облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Жара немного спадает. Температура воздуха днем плюс 23-26. Ночью облачно с прояснениями 18-20. Ветер северный до 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время облачно возможен дождь. Плюс 23-25. Ночью 17-19. Ветер северный до 5 метров в секунду. Тольятти днем плюс 25, ясно. Ночью 17-19. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Самаре днем малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 25. К вечеру облачно с прояснениями, ночью плюс 18. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 52%. Температура воды в Волге плюс 22. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.